Тюмени автомобилист выиграл суд против ГИБДД. Мужчина, который превысил скорость и получил штраф, смог доказать, камера, в объектив которой он попал, была установлена незаконно. Зачастую средства фотофиксации на дорогах стараются сделать как можно менее заметными. И вместо того, чтобы предупредить нарушения, они работают исключительно на сбор штрафов. Репортаж Алексея Иванова. Житель Тюмени Александр Воронов признается, штрафует его редко. Вот и в этот раз получил письмо счастья и был удивлен. Машина попала в кадр передвижного прибора фото-видеофиксации. Превысил скорость ненамного, выписали штраф 500 рублей. Но Александр, юрист по профессии, заметил, что нарушил правила не только он, а еще и те люди, которые установили радар на дороге. По новым нормам, неподалеку от дорожной камеры должна быть табличка «Предупреждение, ведется съемка». Если ее нет, то и штрафа тоже нет. Суд встал на сторону водителя. Постановление о нарушении отменили. В движении прописано, что при фото-видеофиксации правонарушений табличка 823 должна быть. То есть народ должен быть предупрежден. Не для того, чтобы люди знали, что их сейчас будут фотографировать, а именно для предупреждения правонарушений. То есть не для пресечения в первую очередь, а для предупреждения. В госавтоинспекции, сотрудники которой изучают съемки с камер и выносят постановление, считают, штраф с передвижного комплекса абсолютно законный. Даже если водителя заранее не предупреждают, что его автомобиль фотографируют. При этом работники ГАИ ссылаются не на правила дорожного движения, а на ГОСТ. В соответствии с требованием ГОСТа установка таблички фото-видеофиксация должна быть в обязательном случае на стационарных комплексах фото-видеофиксации. На передвижных комплексах фото-видеофиксации установку ГОСТ не требует. Вот типичный пример. Камера фотофиксации стоит на въезде в город буквально сразу после знака начала населенного пункта. Ловит их водители, которые после трассы не успели сбросить скорость до разрешенной. Прибор не только не обозначен табличками фото и видеофиксация, камера еще и ловко спрятана за дорожным ограждением. Так что разглядеть ее водителям издалека непросто. Все данные с радара передаются на компьютер в автомобиле далеко на обочине. В некоторых регионах такие комплексы на дорогах устанавливают уже не инспекторы, а работники подразделения при управлениях автодорог. Снимки нарушителей после каждой смены передаются в ГИБДД. Сам водитель, не очень приятно, когда попадаешь и приходят штрафы. Но с другой стороны, подъезжают люди, говорят, что это хорошо, то есть сокращается ДТП. Еще сравнительно недавно радары устанавливали даже не на штативе, а прямо в багажниках легковых автомобилей, самых обычных, без всяких опознавательных знаков. Такая мобильная засада, например, поджидала водителей в Красноярском крае на трассе Ачинск-Назарово. Оператор радара не смог объяснить, зачем он так маскируется. А вот так вот у нас смерят за скорость. Закрыты все номера. И что дальше? Да ничего дальше. Зачем ГАИ звонить? Снимаешь-то? Водитель машины с прикрытыми номерами после короткой словесной перепалки предпочел свернуть оборудование и засобирался уезжать. А что ты сразу застеснялся-то? Не надо снимать. Ты снимаешь все машины. А я свое время отработал. Ты снимаешь все машины. А тебе ты что-то застеснялся сразу из такой, раскраснелся. В Татарстане, в селе Новое, Шагалеево камеру и вовсе поставили на землю и аккуратно прикрыли ветками. Фиксируют превышение скорости. И предупреждать о ловушке водителей никто не собирается. В Тюменской же области после нескольких проигранных судебных процессов в ГИБДД все же решили обозначить мобильные радары табличками, чтобы комплексы начали работать не на сбор штрафов, а на предупреждение нарушений. Алексей Иванов, Александр Шишиков, Евгений Егошин, Дмитрий Матюшин, Уральское бюро Первого канала.